Здравствуйте, мы приветствуем вас на этом международном матче. Мы – это комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Сборная России играет против сборной Англии сегодня. Ждем красивый футбол и болеем за наших. Соперник у нас сегодня грозный. Действительно, Англия серьезный соперник и значительно опережает Россию в рейтингах. Только вот россияне в личных встречах Англии последнее время не уступают. Было всего 3 игры, и проиграли мы только одну из них. И пробил он по воротам. Удар в штангу. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Какой-то, знаете, между собой. Так, не... удар. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Сборная России смогла выйти вперед. Игра у нас продолжается. Лингард. Харри Кейн. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Далер Кузяев. Денис Черышев. Хорош. Он накручивает соперников одного за другим. Вытаскивает этот мяч голкипер. Сумасшедший сейв. Спорить тут не с чем. Великолепная реакция вратаря. В центр штрафной мяч направлен. Отличный вынос. Роман Зобнин. Какой удар! Роман Зобнин. До вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. Рахим Стерлинг. Мяч у Дели Алли. Англичане с мячом идут вперед. Сборная России будет вводить мяч из-за боковой. Роман Зобнин. Денис Черышев. Смолов. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Харри Магуайр. Лингард. Харри Кейн. Англия будет вводить мяч из аута. Аут еще раз. Александр Головин. Марио Фернандес. Самедов. Далер Кузяев. Подавай! Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Лингард. Кейн. Дели Алли. Киран Трипьер. Ну и где же навес? Атака сильнее. Дели Алли. Опасный удар, но мяч проходит мимо цели. Действительно неплохой получился удар. Если они продолжат так пристреливаться и создавать моменты, гол, я думаю, что все-таки может прийти. Федор Смолов. Александр Самедов. Головин. Нет, не дошел этот пас до адреса. Далер Кузяев. Федор Смолов. Самедов. Не получился навес. Будет удар от ворот. Харри Магуайр. Лингард. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Проиграл этот эпизод игрок. Ошибается он. Потерял он мяч, но кому он достанется? Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Смолов. Все просто. Вынос. Итак, завершено.
завершен первый тайм товарищеской встречи. Итак, судья дает свисток. Второй тайм начинается с мячом Англии. Харри Кейн. Смолов. Роман Зобнин. Денис Черышев. Потери и мяч у соперника. Лингард. Рахим Стерлинг. Джордан Хендерсон. Киран Трипьер. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Мяч потерян. Черыш. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И Федор Смолов отличился. Гол! Гол! Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Джон Стоунс. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Смолов не точен. Пас перехватили. Плохо сыграно, мяч потерян. Федор Смолов. А вот так. И пробил. Россия будет подавать угловой. Угловой в пользу сборной России. В центр штрафной подан мяч с углового. Хороший вынос мяча из штрафной. Утепов. Особых дивидендов, впрочем, подкат не принес. Мяч остался у соперника. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Рахим Стерлин. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Делли Алли. Кейн. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. И у соперника теперь мяч. Удар Делли Алли! Не сильно получился удар, и мяч у вратаря. Харри Магуайр. Кайл Уокер. Джордан Хендерсон. Точный пас, он сегодня почти не ошибается. Рахим Стерлинг. И снова точно на партнера отдает он мяч. Четверть часа еще играть команда. Загоев. В выгодной позиции игрок. Выбивает мяч игрок. Александр Ерохин. Смолов. Александр Головин. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде. Удар! Судья показывает, что будет угловой. И в центр штрафной Фернандес. Россия забивает гол! На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Отлично разыграли угловой и классно забили. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Грамотный пас, все по делу. Последние 5 минут пошло. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Денис Черышев.
замену сборной Англии. Опускается глубже в поисках мяча. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Харри Магуайр. Хендерсон.